Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о главных везунчиках июля 2021 года. Поговорим о том, у каких же знаков зодиака закончится черная полоса в жизни в июле 2021 года. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать более важную информацию и знать, как вам действовать и жить в июле по звездам. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Итак, у кого же из знаков зодиака закончится черная полоса в жизни? Вы знаете, июль – это уже середина у нас лета, и первая половина года для нас была по-разному. У кого-то хорошо она прошла, у кого-то плохо. Но именно в июле гороскоп на июль будет охватывать все ваши сомнения, которые связаны с отношениями, с семьей, с карьерой, с финансами, с путешествиями и со здоровьем. Поэтому давайте поговорим более детально. Итак, Овен, уважаемые Овны, вы найдете, если вы одиночка, то вы найдете любовных партнеров среди друзей со схожей харизмой. Для семейных людей, для овнов именно семейных, в июле отличное время для романтического отдыха с вашим супругом или супругой. Профессионалы, люди своего дела, овны будут вознаграждены премиями и повышениями в должности. И вам финансовая агрессия будет помогать для осуществления и получения денег. Телец, уважаемые тельцы, вы можете забыть о своих заботах и наслаждаться жизнью вместе со своей второй половинкой в июле этого года. Обстановочка на работе будет вполне приятной, а влияние различных планет играет в игру, чтобы запутать вас с тем, как потратить ваши деньги. Поэтому перспективы для карьеры и здоровья замечательные. А с деньгами будьте осторожны и внимательны. Если решили делать какую-то крупную покупку, то взвесьте все за и все против. Близнецы. Уважаемые близнецы, вы люди именно на творческих аренах и маркетинговых мероприятиях проведете замечательный месяц. Отношения у близнецов с любимым человеком будут сложными, поэтому близнецы, многие из вас будут ориентированы на карьеру, и при этом, и чем больше вы будете вкладывать свои энергии в работу, тем больше вы можете рассчитывать на щедрое вознаграждение. И в июле, уважаемые близнецы, вы можете забыть о финансовых вопросах. Далее рак. Уважаемые наши раки, ваша супружеская жизнь в июле будет вполне очаровательной, но подвержена изменениям настроений вашего супруга. В целом, в семейном окружении будут царить веселость и радушие. Карьерные перспективы повышаются благодаря помощи социальных контактов. Поэтому старайтесь дружить, общаться с людьми, и это вам поможет. Финансовый рост будет, но довольно неторопливым. Далее лев. Уважаемые львы, жизнь с любимым человеком в июле для вас будет романтичной и чувственной, и перспективы здоровья будут просто сказочные, а вот карьерный рост для вас, уважаемые львы, будет стремительным. Финансовые инвестиции будут демонстрировать более медленный рост. Этот месяц, июль, не очень благоприятен для семейных дел и решения острых вопросов внутри вашей семьи. Дева, уважаемая Дева, обращаем ваше внимание, что планеты Марс и Венера, которые будут находиться в июле, не поспособствуют супружескому счастью. Компромиссы необходимы для того, чтобы сохранить ваш брак. Здоровье будет нарушено из-за эмоциональных конфликтов, поэтому берегите свое здоровье и меньше принимайте многие вещи близко к сердцу. Помощь в материальном росте другим людям поможет вашему финансовому успеху в самом ближайшем будущем. Весы, уважаемые весы, в июле любовь будет чередоваться между романтикой и страстью. Тем, кто встречается продолжительное время, вы, уважаемые весы, должны принять решение о статусе своих отношений. Семейная атмосфера будет восхитительной. Профессиональный рост
поддерживаться будут социальными сетями. Далее Скорпион. Уважаемые Скорпионы, здоровье будет улучшаться у вас аж в последнюю неделю июля. Отложенные кредиты, долги могут быть очищены и закрыты с помощью дополнительных средств, которые вы генерируете. Перспективы карьерного роста окажутся под угрозой срыва. Туристические мероприятия будут весьма прибыльными. Любовной жизни будут мешать семейные конфликты. Далее Стрелец. Уважаемые Стрельцы, для вас июль будет месяцем противоречивых ситуаций. Супружеская жизнь будет приятной, но если вы будете избегать ссор со своей второй половинкой, семейная обстановка будет благоприятной. Финансы будут улучшаться с помощью друзей и вашего круга общения. Студенты могут рассчитывать на хороший прогресс в учебе. Козерог. Уважаемые козероги, ваша супружеская жизнь претерпит серьезные позитивные изменения. Июль – это месяц, который идеально подходит для расширения социальной сети. Карьерный рост, уважаемые козероги, у вас будет отличным, но вам придется тяжело трудиться на протяжении всего июля. Финансовые потоки вы сможете улучшить с помощью идей именно от друзей, поэтому прислушивайтесь к мнению друзей и не стесняйтесь им задавать вопросы. А здоровье козерогов будет в норме. Следующий знак зодиака – Водолей. Уважаемые Водолеи, этот месяц благоприятен будет для людей, которые занимаются маркетингом, научной и коммуникационной деятельностью. Обращаем ваше внимание, уважаемые Водолеи, что планета Меркурий и Венера помогут вашему супружескому счастью. Обращаем ваше внимание, Водолеи, что во второй половине месяца вы увидите прогресс в области финансов. Деловые и профессиональные поездки будут полезны. Если во второй, уважаемые Водолеи, если во второй половине месяца вам предлагают командировку, соглашайтесь и даже не думайте, ехать, лететь или нет, потому что это, возможно, уже в сентябре, в октябре принесут свои результаты. Далее рыбы. Уважаемые рыбы, ваши семейные дела представляют собой приятную картину. Жизнь с любимым человеком будет осложнена финансовыми стрессами. Почему? Потому что планетарные аспекты не являются обнадеживающими для профессиональных и финансовых аспектов. Здоровье будет таким вот себе. Но обращаем ваше внимание, академические перспективы достаточно хорошие. Поэтому, пожалуйста, уважаемые рыбы, не начинайте скандалы, которые будут основываться на деньгах, иначе для вас июль, вы заложите основы для постоянных стрессов, а соответственно это повлияет на ваше здоровье и вы ничего не добьетесь в июле.